Почему-то сейчас в студии какая-то романтическая нотка возникла. Но на самом деле романтика, она бывает разной. Кто-то представляет себе ужин при свечах в шикарном ресторане с живой музыкой и букетами роз. Для кого-то это уютные вечера за просмотром старых фильмов с пледом и теплыми объятиями. Что для тебя романтика, Толя? Мне кажется, это все про тебя, Екатерина, да? А есть тот, кто при слове романтика вспоминает, возможно, утро в палатке, посреди леса, шум реки, запах костра, но только в положенном месте, это тоже важно. Идеальный сценарий у каждого свой, и мы знаем места, где можно реализовать любой из них. Причем не уезжая далеко от города. Впечатляющие выходные. Рыбалка на реке Сукпай среди бескрайней тайги в острогах Сихотэ-Алиня. Программа отдыха у реки разнообразит вечерние посиделки у костра, походная баня и посещение Сукпайской писаницы – древних наскальных рисунков, которые не выбиты в камне, а нанесены красной охрой. Группа выезжает из Хабаровска 29 апреля. Действует скидка по промослову «Минтур». Компания «Туризм-27» приглашает в село Роскошь в гости к автору-исполнителю Александру Ковалеву. Кроме музыки и участия в театральных постановках, Александр, или как зовут его друзья, Сан Саныч, увлекается пчеловодством. Поэтому на память о встрече у гостей останутся не только музыкальные впечатления. Поездка состоится 30 апреля. Действует скидка по промослову «Минтур». Тур в Советскую гавань объединяет отдых с познавательными экскурсиями. Экологическая тропа повторяет часть пути, по которому шли знаменитые путешественники прошлого. Маршрут проходит по живописным местам и делает остановку на базе отдыха с баней и радоновыми источниками. Действует скидка по промослову «Минтур». Подробная информация о туризме в информационном центре Министерства туризма Хабаровского края.